Знаешь ли ты, что твое имя записано в редком документе, признанном небесами? Этот документ не просто кусок бумаги, а имеет глубокое и небесное значение. Он был написан божественной рукой и хранится в священных записях, подтверждая, что ты был избран для получения особого благословения. Это неоспоримое доказательство любви и заботы, которую Бог проявляет к тебе. Этот редкий документ с выгравированным именем символизирует божественный план, который развивается в твоей жизни прямо сейчас. Каждый момент твоей жизни был замечен и записан, твои победы, твои трудности, твои радости и печали. Все это учитывалось, когда твое имя было внесено в этот священный документ. Ты здесь не случайно. Бог увидел твое сердце, твои чистые намерения и самые сокровенные мечты. Он признал твою ценность и решил, что ты достоин чего-то великого. Этот документ свидетельствует о том, что твой путь направляется высшими силами, готовя тебя к божественной трансформации. С того момента, как твое имя было записано, вокруг тебя начала циркулировать особая энергия. Эта энергия – проявление божественного присутствия в твоей жизни, влияющее на твои мысли, решения и действия. Ты можешь не сразу это заметить, но эта энергия выстраивает все в твою пользу. Ситуации, которые раньше казались сложными, начнут разворачиваться удивительным образом. Препятствия будут устранены, двери откроются, и ты почувствуешь необъяснимый покой, проникающий в глубину твоего существа. Присутствие этого редкого документа в твоей жизни также означает, что ты находишься под прямой защитой ангелов. Они всегда рядом, готовы вмешаться, когда это необходимо. Знаешь это ощущение, что кто-то заботится о тебе даже в самые трудные моменты? Оно реально. Это ангелы, которые следят за тем, чтобы ты продолжал идти по правильному пути, следуя божественному плану, который был для тебя разработан. Они – твои стражи, твои проводники, посланные Богом, чтобы ты получил все обещанные тебе благословения. Иногда тебе снятся сны, которые казались важными посланиями, как будто направляемыми высшей силой. Этот документ – не просто формальность небес, он несет в себе обещание трансформации. Ты на пороге новой фазы своей жизни, где все, о чем ты когда-либо мечтал, начнет воплощаться в реальность. Но важно помнить, что эта трансформация требует твоего активного участия. Оставайся с открытым сердцем, восприимчивым умом и непоколебимой верой. Путь может быть нелегким, но с божественным руководством ты преодолеешь любые препятствия. Осознавая важность этого редкого документа, ты должен приготовиться встретить грядущие изменения. Это означает развивать терпение, устойчивость и благодарность. Каждое маленькое благословение, каждый признак прогресса следует встречать с благодарным сердцем. Такая установка не только укрепляет твою связь с Божественным, но и привлекает еще больше благословений в твою жизнь. Чем больше ты признаешь и ценишь божественные дары, тем более обильными они становятся. Ангелы шепчут тебе на ухо, направляя тебя на каждом шагу. Они посылают тебе знаки, тонкие сообщения, которые, если внимательно их рассмотреть, могут дать тебе удивительную ясность. Эти знаки могут приходить в разных формах: молитва, которую ты прочел, песня, которую ты услышал, совет от друга. Будь внимателен, и ты начнешь замечать эти маленькие ежедневные чудеса. Они подтверждают, что ты находишься на правильном пути, следуя плану, который был тщательно разработан для тебя. Подпись твоего имени в этом небесном документе также является призывом, чтобы ты приблизился к своей духовности. Отводи ежедневное время для связи с Богом через молитву, медитацию или просто размышляя о своей жизни.
Эта связь укрепляет твою веру и делает тебя более восприимчивым к божественным посланиям и руководству. Таким образом, ты создаешь прямой канал с небесами, где твои молитвы услышаны, а твои нужды удовлетворяются способами, которые ты даже не можешь себе представить. Помни, что этот редкий документ – лишь начало, постоянное напоминание о том, что ты особенный, избран для чего-то большего. Используй эту уверенность как источник силы и вдохновения. Когда возникают трудности, обратись внутрь себя и осознай божественную силу, которая пребывает в тебе. Ты способен преодолеть любую трудность, потому что у тебя есть защита и руководство небес рядом с тобой. Каждый твой шаг – это шаг к исполнению божественного плана. Это путешествие продолжается, и этот редкий документ с твоим именем – лишь первая глава истории, которая разворачивается. Продолжай идти с верой и уверенностью, зная, что тебя направляют силы, превосходящие этот мир. Это момент праздника, признание божественной любви в твоей жизни. Готовься, ведь впереди еще многое. Благословения только начинают проявляться, и каждый день приносит новую возможность для роста и самореализации. Будь открыт, внимателен и восприимчив к чудесам, которые Господь приготовил для тебя. Получение божественного благословения – это необыкновенный момент, способный преобразить твою жизнь глубоко и значимо. Представь, что чувствуешь небесное присутствие, сопровождающее тебя на каждом шагу, направляющее твои решения, защищающее тебя от невидимых опасностей и открывающее двери, которые ранее казались недоступными. Это благословение – не просто акт божественной доброты, а особый дар, приносящий с собой процветание, здоровье, мир и новый взгляд на жизнь. Готовься испытать трансформацию, которая обновит твою душу и наполнит твое сердце благодарностью. С тех пор, как твое имя было выгравировано в редком документе, небеса сговорились в твою пользу. Ты вот-вот увидишь поток божественных благословений, входящих в твою жизнь, принося с собой новую энергию и жизненную силу. Это благословение коснется всех аспектов твоего существования. Твое физическое и эмоциональное здоровье восстановится, твои финансы сбалансируются, и твои отношения укрепятся. Каждая сфера твоей жизни будет затронута божественной рукой, принося гармонию и баланс. Ты всегда чувствовал, что для тебя предназначено нечто особенное, нечто большее, чем ты можешь видеть или понимать. Процветание, которое приходит с этим божественным благословением, касается не только материальных выгод, оно охватывает все аспекты твоего существа. Ты начнешь видеть, как появляются возможности там, где раньше были препятствия. Проекты, которые стояли на месте, получат новый импульс, и твои усилия принесут плоды так, как ты никогда не мог себе представить. Это процветание, отражение твоей связи с Божественным, знак того, что ты в гармонии с великим замыслом Бога для тебя. Здоровье также будет одной из областей, на которые повлияет это благословение. Ты почувствуешь обновленную энергию, способную исцелять болезни и предотвращать новые недуги. Твое тело укрепится, ум прояснится, а душа наполнится светом. Это исцеление – знак божественного присутствия в твоей жизни, постоянное напоминание о том, что ты находишься под заботой и защитой небес. Используй эту новую жизненную силу, чтобы с еще большим рвением и решимостью преследовать свои цели. Мир, который сопровождает это благословение, это мир, который превосходит человеческое понимание. Это спокойствие, исходящее из осознания того, что тебя направляют высшие силы. Ты будешь чувствовать глубокую тишину в своем сердце, даже среди жизненных трудностей. Этот внутренний мир станет твоим якорем, удерживая тебя твердым и уверенным, несмотря ни на что.
это уверенность в том, что ты не один и что Бог всегда рядом с тобой. Этот мир заполнит твое сердце божественной любовью, которая будет переполняться и пронизывать каждую область твоей жизни. Эта любовь, безусловно, чиста и вечна. Она станет движущей силой твоих действий, вдохновляя тебя действовать с состраданием и щедростью. Ты станешь источником света для других, распространяя божественную любовь, куда бы ты ни пошел. Эта любовь будет маяком, направляющим тебя к более полной и осмысленной жизни. Отношения в твоей жизни также будут глубоко затронуты этим благословением. Те, кто важен для тебя, почувствуют твою изменившуюся энергию и будут притянуты к тебе новой силой. Существующие связи станут крепче, наполненные любовью и пониманием. Новые отношения, которые появятся в твоей жизни, будут основываться на взаимном уважении и духовном родстве. Ты привлечешь в свою жизнь людей, которые будут поддерживать твой рост и разделять твои ценности. Подготовься к этому потоку божественных благословений с открытым сердцем и верой, что все происходит в божественном порядке. Эта подготовка не просто физическая, она начинается с твоего внутреннего состояния. Практикуй благодарность за то, что уже имеешь, и за то, что скоро придет. Оставайся в настоящем моменте, осознавая, что каждая секунда приближает тебя к новым благословениям. Живи с намерением, проявляя заботу и уважение ко всем аспектам своей жизни.